избавил город от большего количества тюрьма, чем вся наша страна. Теперь мрак это богатство. Но генерал будет доволен, как идет наша зачистка. Зачистка? Хорошо сказано, сэр. Молодец. Я уверен, те, кто хорошо выполняет свою работу, будут награждены. Да, чувак, сбагуйся. Сильно расцарапаны глаза и уши самим усопшим. Шея в крови. Как бы потише пройти. Вот говнюка. На. Иди-ка сюда. Говнюк убегает, а. Пожалуйста, не трогайте меня! Получай! Покойся с миром. Немного пожрали. Отлично. Эй, гаечный ключ, вот же он. Почему я взять его не могу? И я ее открою. Но таких механизмов я еще не видел. Наверняка тут есть ключ. Вот и ключ. Раньше времени. Путем мертвых, блин. Кто это переводил? Это сундук. О-хо-хо. Сколько тут золота. Крюк, походу, через раз, да? Вот и крюк. Пошел. Быстрее, можно не 5 метрами двигаться. Даже 4 метра двигаться. О, пошло, пошло. Для мертвеца Корнелиус очень прыткий. А это же придется побегать. Мне нужно его кольцо. О, все в очередь. И не толкайтесь. Огня хватит на всех. Неважно, богатый ты, нищий. Долгах ты, шагах. Ух ты. И все сгорите. Сейчас как кто-нибудь выскочит там. Я ей сказал, плевать, если у твоей матери чертов мрак. С нами жить она не будет. Палкой ходит. Генерал! Генерал, сэр! Ох ты, ты кто такой, я? Усатый дяденька элитный. Вот ты где. Сейчас он стырит это кольцо. Простите, сэр.
было на этом трупе? Ничего. Ничего. Нет, я как раз собирался взять следующий труп, когда пришли вы. Я же многого не прошу. Уважение. Пойло покрепче. Золото. А мои люди должны делать то, что я, блин, скажу. Кильду его. Брось его в печь. Проверь, нет ли денег. Чтобы стрела не пропадала. Лишаешь трупа остатков достоинства и всех ценностей? Ловец воров хуже, чем о нем рассказывает. Я украду кольцо обратно. Генералишку, блин. Я! Лежать! Я не понял, что делать. Я заболел, точно знаю. Бери же ты это. Еще это не берет, отлично. Окей, хрянцы. Отлично. Кольцо. Я даже не надеюсь, что он его почистил. Как туда попасть? Чёрта! Ай! На! Всё, лежать. Ночью в этом городе длится вечность. Так, теперь надо найти путь. Как пройти туда? Что-то горит. Что-то не горит. Чёртовы зубы Рорка. Вот. Опять вентиляция. Эй, чё за лаги? Оп-ёп-ёп-ёп.
Что, сейф? Очередное нововведение барона, очевидно. Скрою, как любой другой. Знать бы еще, как собирать это. Центр кружок, окей. Да прекрати! О, отлично. Аристократы слишком любят любоваться своим гербом. Вот и колечко. И баблишко. Корнелиус. Что за херня? На! Откройте эту дверь! Сломайте, если придется! Вор! У меня есть кольцо и новый приятель. Но мне еще надо выбраться отсюда. Окей. Генерал! Успел среагировать. Пошли отсюда. Закрывай дверь. Если он орет, нам лучше переждать. Если он орет, не хуй, блядь, вообще. Я пойду. С тебя причитается. Зовите меня. На. 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 Лежить. Все, пошел. Прыгай. О! Блин, напугал меня, а. Все. Убил всех. Эй, что за лаги? Валим отсюда. Почему трубу от первого лица не показывают? Наконец-то нашли переключатель. Как мне не спуститься? А ты хочешь где спускаться? Отлично. Если не хочешь спускаться, а? Чё, если не спускается? Опять управление смотреть, ладно. Жрать, краситься. Так, контрол надо попробовать, си попробовать. Помогает вообще.
Быстрый спуск X. Наконец-то. Свалился Гарет. О, черт. Они же все знают. Ух ты! Ура! Полегче! Вот ты куда? Ты все. Мастерски обделал его. Привет! Как тебе это? Рекс? Нет. Рекс, не гавкай. Легче, по-моему, драться, чем стелсить. Рекса Мухтар, успокойтесь. Бежал отсюда. Окей, готово. Прошли, хищник. Пойдем отдадим колечко там. В этом сундуке я храню свои припасы. Надо собраться перед выходом. Че, новенькие припасы тут пополняются? По-моему, нет. Смысл такого сундука тогда? Здесь можно хранить особо приглянувшиеся находки. Сейчас тут только пыль. Да. И поехали дальше. Враг народа номер один. Воу! А, ну, возьми, отвони от меня, подойди к Геннадьевичу. Девчонный переулок, надо поговорить. Окей. Пошли поговорим, ёпта. Идите в чёрный переулок, сейчас пойду. Поговорю. Да, очень полезно, а? Вообще никого ты мне, да? Чё там? Внимание, чернорукие! С этого дня любой гражданин, пойманный на воровстве... Да чё лагает она так? ...будет казнён через повешение... Как они ее оптимизировали вообще? В городе ничто не переходит из рук в руки без ведома Басса. Он говорит, что у него дар. С высоты своего опыта вынужден согласиться. Окей, что же, на этом, пожалуй, я закончу. Ждите новеньких серий. Поэтому ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь, жмите поделиться. И ждите новеньких серий. С вами был я, Павел Первый. Всем всего хорошего и...